Серик Сапиев предложил выделять больше средств для поддержки ветеранов спорта. На заседании Комитета по социальному и культурному развитию Мажилиса депутат заявил, что сейчас бывшим спортсменам и тем, кто получил травмы в ходе карьеры, уделяется мало внимания. Однако порой они могут вернуться в спорт и даже показывать неплохие результаты, отметил Сапиев. Он подчеркнул, что в Казахстане необходимо также увеличить финансирование спортивных школ. Хотелось бы, конечно, чтобы детские юношеские спортивные школы именно не в крупных городах, а в маленьких населенных пунктах, они чтобы достаточно финансировались. Есть потенциал, тренера если подготовили хорошо, значит, у них они квалифицированные, и надо дать финансирование для развития. Поправки в законодательство по вопросам спорта и физической культуры касаются в первую очередь финансирования этой сферы, которая теперь будет строиться на системе ранжирования. Проще говоря, если на севере развитие должны получить зимние виды, то на юге приоритет отдадут летним. При этом учли и национальные виды спорта. Проект в первом чтении одобрили. Ожидается, что он вступит в силу уже этим летом. Мы не можем говорить о развитии лыжного спорта в Южно-Казахстанской или Кызылординской области. Согласно вот этому определению приоритета, будет выстроено ранжирование. То есть выйдут виды спорта определенные на первое место, и это будет способствовать развитию продуктивному видов спорта. И, соответственно, это приведет, эта же система будет работать как и на государственное задание на развитие спорта высших достижений,